Наступила весна, и звезды шоу-бизнеса все чаще стали думать и петь о любви. Некоторые даже пошли еще дальше. Вот, например, Клава Кока еще недавно была в статусе свободной девушки. Но в день всех влюбленных артистка шокировала поклонников своим постом в соцсетях, где она держит за руку таинственного незнакомца в Дубае. Подписала Клава публикацию следующим образом. «Не зови меня, зая, зови меня замуж». Оказывается, это строчка из ее нового трека «Замуж». Клип получился ярким и сразу привлек внимание поклонников. Еще бы, ведь именно в нем певица ищет себе мужа. В качестве одного из претендентов на сердце артистки в клипе был Эльдар Джарахов. Роза Сибитова, не изменяя главному своему амплуа, сыграла себя, главную сваху страны. Антон Шастун был в качестве оператора шоу и влюбленного в певицу парня. Любовь Сидоркина и Карина Кросс – подруги певицы. Ну а вишенкой на торте стала Алена Водонаева, которая предстала в роли гадалки. Впечатлить Клаву ни один из претендентов не смог. Но, как всегда бывает по иронии судьбы, любовь была все время рядом. Певица Ольга Серябкина записала клип на похожую тему, но только скорее про неудачные свидания. Трек называется «Одиночка». По словам артистки, у трека есть все шансы стать гимном всех людей, которые не нашли вторую половинку. Ольга хочет разрушить миф, что счастливым можно быть только в отношениях и доказать, что одиночкам тоже хорошо. В клипе девушка постоянно ходит на свидания с разными парнями, которые ведут себя странно. Собраны все самые яркие типажи парней. Нарцисс, который заигрывает со всеми вокруг. Следующий парень слишком озабочен своим духовным ростом и правильным питанием. Третий слишком молод и соврал о своем возрасте. Четвертый отталкивает своей зацикленностью на мелочах. Ну, а пятый – трудоголик. Девушке после стольких неудачных свиданий становится совершенно очевидно, что ей и одной хорошо. Сама Ольга считает, что в этот момент важно сосредоточиться на себе и своем развитии, и уловить гармонию наедине с собой. И не переживать, помни, что самое главное, что у тебя есть, это ты сам. Одним словом, одиночка – это стильно.